мощную силу, то, как измеряется в амперах, сопротивление в омах, а работа в джоулях. А что такое джоуль? Джоуль — это мнимая единица, которую нельзя увидеть глазами и потрогать руками. Так это что получается? Все бюджетники Украины получают зарплату в джоулях. Мужчины, вот, поэтому я разработал приложение специально для КПИшников по типу айфоновской Siri. Ну и что за приложение? Голосовой помощник Шара. А ну, поздоровайся. Привет, Шара. Не-не-не, нужно говорить «Шара, приди». Хорошо. Шара, приди. Шара, приди. Шара, приди. Подожди. Не работает. Что он запустил? Записал. Так, я писал, Шара не работает. Там нужно стоить съемку, понимаешь? Так, дай сюда. Шара, скачать реферат по экономике. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу «Кодекс чистки КПИ». Да я. Шара, почему тебя в группе недолюбливают? На вас древние проклятия. Боже мой, что мне делать? Перестань быть старостой. Ребята, дайте я спрошу. Шара, я поступил на факультет лингвистики. Чего мне бояться? Бойся 8 марта. А ну дай. Шара, какая у меня завтра первая пара? Да забей ты на первую пару. Шара, вообще-то в зале администрация. Смотрите, птичка. Ладно, киевский политех, поехали. Парень решил принять душ у девушки дома. А, водичка такая тепленькая, осталось только голову помыть. Так, где тут у нее шампунь? Абразивный скраб. Лифтинговый тоник. Эмульсивное молочко. О, молочко, это я знаю, это в холодильнике должно сказать. Ладно, помощь другу. Оля, а где тут у тебя шампунь? Смотри внимательно, он там, баночка стоит. Тут все в баночках. Нет-нет, там все в А, тюбиках, Б, флаконах, С, палетках. И только шампунь в баночке. Ладно, не буду мыть голову, просто вытрусь и выйду. Оля, красное полотенце можно взять? Да, конечно, бери, только не перепутай его с А, кораллом, Б, пурпур. Просто так, стоим и сохнем, стоим и сохнем. Ходят слухи, что агенты СБУ следят за нами в социальных сетях. Итак, представьте, один из таких агентов уже третий день следит за шестиклассницей ВКонтакте. Лёха, Лёха, ты чего это третий день в одиночестве сидишь? Одиночество — это не когда пусто в комнате, это когда пусто в душе. Да ничего, заработался просто. Ёлки-палки, срочно вызывай пирог не на квартиру. Что случилось? Ей Колька Иванов написал: «Привет, как дела?» Чёрт. Он смайлик в конце не поставил, боюсь, что с тобой ничего не сделал. Когда украинцы возвращаются из Америки, то привозят домой айфоны. Но никто не знает, что привозят домой американцы, когда возвращаются из Украины. Hi guys! Hi Jack! Did you buy? Yeah man! For you! Житомирский соус! For you! Житомирский соус! For you! Житомирский соус! White edition. For you. Обуха в toilet paper. A special present from Ukraine. Сало. Сало? What is сало? You never heard about сало?
In this guy only talking about Sal. Go with me, I'll try to explain you. Недавно к нам в команду попали Google Glass. Это очки, дополняющие обычную реальность, виртуальную. И мы нашли применение в общении с девушками. Внимание на экран. О, привет! Привет! Заходи! Медведями не бежать вообще. Киски политех, спасибо.